Ну, говори. Прямо сейчас? Ну? Ну, я, когда тебя вот первый раз увидел, да? Я, в общем, я подумал, что ты самый милый... А что во мне милого? Ну... Сейчас папа будет отдавать проигрыш. Они всегда с Николаем Андреевичем спорят на большие ставки, что тот угадает сорт вина. И папа всегда проигрывает. И иди садись. Самое важное в жизни – это послевкусие. То, чем ты все заканчиваешь. В вине и в женщине. Внимание! Я вручаю. О, перестань. Ну ладно тебе. Сейчас ставишь меня просто в неудобное положение. Я выиграл у тебя недавно 6 ящиков вина. Это 80 тысяч. Долларов все-таки. Правильно, ты выиграл, я проиграл. Все, забирай. Ой, господи. Куда-то я очки свои задевал. Я просто думала, что вы на настоящую спорили. Астон Мартин. Ну ты молодец! Дверку правую открой. Ты с ума сошел? Забирай. Ты знаешь, я 10 лет уже не вожу. Так а зачем тебе водить? Тебя водитель будет возить. Такую машину. Он ну что, машину проспорил? Да, Aston Martin 61-го года. Оля. Это ж сколько денег? 1 550 000 долларов. Ты вот сейчас меня просто... Как... Не могу, правда не могу. Это был честный спор. Ты честно выиграл. Но я жажду реванша. Так, это что за глупости? М? Ни в коем случае. Да это вино из маленького виноградника. Никто в мире не угадает. Никто в мире не угадает. Я не буду играть. Испугался. Я испугался. Я не испугался, просто ты опять проиграешь. Да это ты проиграешь. Я готов поставить на кон все, играть по-крупному, говорить, чего ты хочешь. Да не буду я играть. Нет, будешь! Так, 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 все, хватит! Ты хочешь играть по-крупному? Да! На что ты готов играть? На все! Вообще на все? То есть вообще на все, что ты хочешь? И я могу быть спокоен, что ты правильно хранил вино? Да, я правильно хранил вино в кабинете в шкафу, как ты сказал! И я могу выбрать любую ставку? Можешь. И ты поставишь то, что я выберу? И я поставлю все, что ты скажешь. Скажи это при всех. Все! Я готов рисковать всем и поставить на кон все! Давай!
выясняется, я, несмотря на весь свой опыт и положение, трусливый человек. Давно вам хотел сказать, но как-то все. Сил не хватало. Теперь подвернулся повод. Я хочу. Хочу, чтобы вы восприняли эти слова не как наглость. Поверьте, в них есть чувство искренности. Дурацкий повод. Но я хочу, чтобы вы восприняли его как предложение. Предложение чего? Я хочу биться за вашу руку. Это не смешно. Но если вы не захотите, этого пари не будет. Да я про деньги говорил. А я со своей стороны ставлю все, что у меня есть. Дом в Монако. Яхту. Дом на Рублевке. Вот это вот твою, мою машину. Дом в Монако у тебя один-две был? Да. А на Рублевке то, что у Пугачева купил? Да. А яхта двухпалубная? Да. И ты все это ставишь? Против моей Ленки? Да. И если я выиграю, значит, я все это получу? Да. Пиши. Это очки оставил. Малой, на! Ты будешь писать. Да вы че? Вы реально на меня спорите? Пишите с адресами. Девки, это же куча бабла. Ваша машина 1 550 000. Яхта 5 миллионов. Дача у Монако 16. Я знаю, как продать за 20. 24 550. Ты думаете, что ты молчи? 63 000 тонн. Рублевская дача, двадцатник. Ну, коленный полтос. Ну, ты понимаешь или нет? Это вино никто не угадает. 50% твоих. 50? Да мои 70. Че это? Я это вино нашел. И че? Адресу. Ну, хорошо, пусть будет 70. Ради тебя стараюсь. Не согласны на пари. Слышь, малой, разбей. Значит так, бегом ко мне в кабинет. У меня на средней полке в шкафу стоит бутылка вина. Быстро, бегом. Поешь, а то остынет.
весьма интересное винишко. Мягкое с приятным, почти женственным привкусом. Ну что ж, теперь мы можем начать элиминацию. Вино из провинции Бордо. Виноградное Я товарищество Сен-Жульен в Медоке. Теперь я должен назвать виноградник. В Сен-Жульене их много, и вкус вина разных хозяйств отличается не сильно, но все-таки отличается. Лоза, конечно, не первого года и даже не второго. Вину не хватает блеска и силы. Наверное, это третий год. Ну вот опять этот танин и легкий вяжущий привкус на языке. Да-да-да, теперь я знаю. Это маленький виноградник поблизости Бишвеля. Не кури, пожалуйста. Во-первых, ты мне мешаешь. Во-вторых, моя жена курить не будет. Ты отгадай сначала. Итак, на чем я остановился? Есть телефон? Пожалуйста. Мы так не договаривались. Да ладно, я только карту посмотрю. Все равно. Маленький виноградник близ Бишвеля. Может быть. Шато Бреннер Дюкрю. Год 2010. Еще раз, пожалуйста. Шато Бреннер Дюкрю. Пожалуйста, бутылку. Папа, он что, отгадал? Пойдем ко мне в кабинет на секундочку. Пожалуйста. Я тебя спрашиваю, он отгадал? Где-то очки оставил. Молодой человек, не прочтете? А я, кажется, знаю, где ваши очки. Подождите. Ваши? Знаете, где нашел? В кабинете. Ну, где вы показали хранить вино? Держите. Да, вы на всякий случай спросите у прислуги. Ну, может, он и раньше туда захаживал. Ах ты, гад!
Саша! Где мои 6 ящиков вина?